В спорткомплексе в прошедшую субботу состоялся волейбольный турнир, посвященный крещенским праздникам. Участие в нем приняли команды из Знаменска, Харабалей, Городища, Волгоградской области и, конечно, из Ахтубинска. После парада команд и прозвучавшего гимна перед участниками спортивного праздника выступили, поздравили их с открытием турнира руководители района, организаторы мероприятия. Традиционно спортивный комплекс в дни крещенских праздников встречает волейбольные команды девушек с Астраханской, с Волгоградской области, которые приезжают показывать свое мастерство в крещенском турнире. Команды приехали к нам в этом году из Городищи, из Харабалей и из Знаменска. Борьба ожидается жаркая, команды все физически сильные, спортивные, подготовленные. Идут баталии, очень серьезные баталии. И я надеюсь, что мы к вечеру узнаем победителей. Далее главный судья соревнований Любовь Зотко поздравила одного из волейболистов с днем рождения. Виктору Плотникову в этот день исполнилось 14 лет и вручила ему небольшой подарок. После разминки приступили к игре сразу на трех спортивных площадках. Команда «Городище» приехала на турнир в город Ахтубинск. Сейчас мы играем с харабалинцами. Первая партия началась, шли очко в очко. Сейчас мы немножко оторвались, ушли вперед. Ну, всем желаю победы. Команда девушек из Харабалинской детско-юношеской спортивной школы играла с ахтубинскими из пятой школы. Сразу скажем, игра у наших гостей не пошла. Ахтубинки сходу оторвались и сразу заявили успешной игрой, кто здесь лидер. Мы сейчас играем с командой Харабали, мы вырвались вперед, и мы представляем сборную Ахтубинска. Желаем нашей команде только победы. Счет 19-8, ведет Ахтубинск 1. Но видно, что девочки борются. Видно, что девочки борются за звание лучшего игрока этого крещенского турнира. Всем желаю удачи. Другая команда девочек Ахтубинской детской юношеской спортивной школы, игравшая с командой из Знаменска, тоже сходу ушла вперед, не оставив даже надежды на какой-то успех в поединке. Сестренки Кононенко, Маша и Даша, Лиза Полищук с первых минут повели в счете и вывели свою команду в число призеров. С девочками из Городища Волгоградской области пришлось играть мальчишкам из Знаменска. Несмотря на значительную разницу в возрасте, знаменцы тоже сразу стали фаворитами поединка. В итоге места среди участников турнира распределились так. Первое место среди девочек заняла команда Ахтубинской детско-юношеской спортивной школы. Второе завоевали знаменские мальчишки. И третье – команда «Водник» из пятой школы. Среди старших девочек первое место завоевала команда «Водник». Второе – команда «Городищи». И третье место досталось второй команде «Водник». Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ.